Спортсмены, политики и поклонники по всему миру скорбят о смерти величайшего боксера Мухаммеда Али. Легендарный спортсмен входит в десятку самых известных людей на планете. На него равнялись, ему подражали, им восхищались. Али был не просто боксером, но борцом за права афроамериканцев, человеком, которому удалось отправить в нокаут все расовые предрассудки. Он выступал против войны во Вьетнаме. Он принимал решения, последствия которых оказали влияние на всю его жизнь. Он всегда оставался американцем, даже когда стал гражданином мира и вдохновлял многих своим примером. С самого первого дня, как только он вошел в спортзал, которым руководил мой отец, американский боксер Арчи Мур, было понятно, что он другой. И не только боксер, но другой человек, не такой, как все. Этот парень был, возможно, одним из самых человечных людей, которые ты когда-либо встречаешь в жизни. Помню, мы были в Портленде, в штате Орегон, и он сидел на заднем сиденье лимузина, и часа 4, если не больше, раздавал автографы. Мухаммед Али ушел из жизни в возрасте 74 лет в минувшие выходные. Более 32 лет он боролся с болезнью Паркинсона, которая, по мнению врачей, была следствием многочисленных травм, полученных на ринге. Прощание с легендарным боксером пройдет в пятницу на его родине в Луисвилле в штате Кентукки. Невероятная боксерская карьера стала для Мухаммеда лишь частью его жизни, поскольку другой частью была его борьба за мир и толерантность в обществе. По его завещанию, похороны организованы согласно этим принципам, и церемония будет открыта для всех желающих.